От привокзальной площади к набережной, дальше в парк Невского и обратно в центр. В Бендерах скоро откроют новый веломаршрут. Часть его уже готова. Это тропа здоровья и мостик у грибной базы. Там установили и новые фонари. Будет больше света и на самой набережной. Питьевые фонтанчики. Весь веломаршрут около 15 километров. Что с велосипедными дорожками? Мы о них говорим, а вот когда по ним уже можно будет прокатиться? Мы сейчас работаем над велоинфраструктурой. Это парковки, это информационные стенды, это навигация. Думаю, что в ближайшей перспективе нам уже удастся обеспечить безопасный маршрут для велосипедистов. А еще в центре Бендер восстановят старинный подвал. Его обнаружили в прошлом году во время ремонта дороги. Погреб начала 19 века. Его отреставрируют. Сейчас идет выемка грунта для того, чтобы обеспечить доступ непосредственно в сам подвал. Потом будут проведены работы по обследованию подвала на предмет его безопасности. И уже дальше продолжится работа по обустройству входа. В старинном погребе сделают музей. Будет еще одно историческое место.